Патрульные и спасатели на льду. Такое выступление достойно по меньшей мере Олимпиады. Но у этих па на гладкой поверхности цель другая. Просветительская. В минувшие выходные в парке Степанова на катке прошла традиционная акция Госпожнадзора. Хотим напомнить детям, всем гостям парка, отдыхающим в парке, о соблюдении требований пожарной безопасности, так как в настоящее время эта тема особенно актуальна, потому что и в целом по Ивановской области, и по городу Иваново наблюдается как и рост пожаров, так и последствия от них, например, травмы людей. Очень много в настоящее время получают на пожарах. Основная аудитория, на которую рассчитывают спасатели, это дети. Им в игровой форме объяснили, как пользоваться электроприборами, напомнили, что спички – это не игрушка, и с огнем баловаться нельзя. Взрослым вручили листовки. Что ни в коем случае не допускали таких нарушений, обогревались. То есть обогревателями ни в коем случае не накрывали их какими-нибудь тряпочками. Вот, и так далее. Соблюдали, следили за проводочкой. Вот, и знали номер пожарной охраны 112, который можно будет сообщить в любую неприятную ситуацию. На льду спасатели выступали в полной экипировке. Оказалось, что в ней удобно не только тушить пожары, но и кататься на коньках вполне сносно. Да и шлем убережет голову при падении. На мне находится боевая одежда пожарного. Она служит для работы, соответственно, на пожаре. Вот. Очень удобная. В плане работы, вот, защищает как бы от тепловых воздействий пожарного. Посетители катка остались от такого шоу в восторге, особенно дети. Специально для них спасатели размотали пожарный рукав, за который держались ребята, и катались паровозиком. Сами повеселились не меньше. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.